Всем привет! Вы на канале Алида Лайф. Сегодня хочу вас взять немножко с собой. Я была сегодня уже на работе, отработала, потом пришла, мы с Алиночкой покушали, Данечка у Сашиных родителей ночевал. Сейчас поедем, его заберем. И нам надо еще заехать в Росман, там пару вещей купить и на почту завести две посылки. Посмотрим, или на почту, или их можно будет в Реве на Хермеса дать. Заеду туда, узнаю. Кому интересно, оставайтесь с нами. Смотрите, ребята, тут все полно. Мы не можем даже к Данечке подъехать. Сейчас с другой стороны подъедем. Здесь объезд есть. Сейчас посмотрим, мы проедем или нет. Я думаю, что там можно проехать. Ребята, смотрите, у нас наводнение. Ужас, как поднялась вода. Здесь было вообще выше еще, да? Теперь уже немножко села вода. Они отняли воду от кухон. Походу выкачивали воду. Здесь вон бекерайка. Вложила вон мешки, чтобы к ним не заходила вода. Здесь все в воде стояло, до сих пор он стоит. Смотрите, у нас здесь тоже все в воде. Это речка поднялась, как высоко. Весело тому этому дому, кто здесь живет. Но это уже немножко ушло, да, было выше. Здесь, походу, все было. Там все в воде. Этой дорогой мы ездим всегда в Бадзон. Тоже перекрыли ее из-за воды. Все приезжают. Тут никого не найдешь. Сегодня все на улице. Все в воде. Обалдеть. Все плавает. Не проедешь. Так, мы приехали в Реве. Сейчас пойдем попробуем сдать здесь посылки. Если нет, то поедем на почту. Короче, идем на почту. Здесь посылка одна ДХЛ, одна Хермес. Бегать тудым-сюдым можно все на ДХЛ сдать. Посылочки пойдем отдадим. Ой, тут теперь я не пройду. Вот, покупала такие шторки. Теперь одна лишняя, надо сдать назад. Так, ребята, я взяла вот такие вот вёрла Саньки. У нас всегда не хватает, всегда ищем. И вот этот набор еще взяла, такой прикольный. Положу его дома в хате, чтобы не бегать всегда в гараж, если тебе нужна отвертка. Маленький такой, удобненький, там очень много разных битов. Такие мне надо было. 3 штуки бутыль, мешочки для бутербродов. Смотрите, у нас все поля. Едем по автобану. Все в воде. Мы как на море.
с пальмами. Да, и солнышко не хватает. Нифига себе, смотри, все в воде. Сколько воды, откуда идет? Ужас. Она маленькая, смотри. И еще дождь идет. Поезда тут ездят. Рельсы немножко выше стоят, кажется. Но поезда еще вон проедут. Представляешь, это какая одна цельная лужа, да? Да-да. Да. Смотри, целое озеро стало. Друзья, всем привет. Я вот с работы приехал, мне позвонили, что мы можем наш автодом забрать. Мы его сдавали на обслуживание и на ремонт, чтобы они нам окна заново засиликонили. Они снимали окна. И теперь они не пропускают. У нас одно окно там пропускало маленькой водичкой, мы заметим. Два окна, да? Где спальня? Спальня и за столом. Вот позвонили, идем, сейчас узнаем. Вообще должно пройти по гарантии. Ну, сейчас посмотрим. Привет. Мы доставаем. Даня соскучился по Сане. Что, за папой соскучился? А, сынок? Ну, Даня. Любовь, дай папе раздеться. Я не знаю, куда идти. Даня соскучился по папе. Да, Дань? Да. Это мы пришли до мамы. Мама нас позвала на ужин. Будем кушать. Я еще с работы только. Ой, тут темно. Разделись, теперь пойдем кушать. Вот мы сейчас сядем за стол. Это моя мама, Лена. Зовут ее. Ты скажи всем привет. Всем привет. Санька тут уже вот. Это моя теща. Зовут ее Лена. Привыкли снимать, а я-то. Мама стесняется, ладно. Мама тут приготовила котлетки, соус, картошка толченая и салатик какой-то тут она сделала. Да, новый салат. Будем пробовать. Вот. Да. Так, что у нас тут? Компот мама сделала. Ома сделала. Саньке пиво. И там тоже что-то. О, блин, корона. Будем ее убивать тогда, эту корону. Давайте. Приятного всем аппетита. Кто сейчас? Спасибо. Кто сейчас с нами ужинает, всем приятного аппетита. Мы покушали. Теперь сейчас поедем домой. Мы пришли домой, поужинали у мамы. Теперь хочу вам показать, что мы сегодня с Алиной купили в Россмане. Так, здесь у нас сухая шампунь. Это две такие тюбики уход за губами, чтобы они не сохли. Это умывать лицо, две зубные пасты, это в туалет такая гелевая, чтобы пахло, мыло, потом взяла вот такие новые тряпочки, посуду мыть, они как с губкой там, не знаю, еще не пробовала ни разу, взяла попробовать, если кто-то пробовал, как вам, нравится или нет, пишите в комментариях. Потом вот такую вот взяли землю, она специальная для кожи. Очень хорошо помогает для кожи. Мы делаем маски с ней. Потом взяла для стирки. И витамин Данечки взяла. Тут такая бутылочка витаминов. Витамин С, А, Д и В6.
для иммунитета. И взяла вот такой еще серум для ресниц и для бровей. Хочу попробовать. Вот. А вот это я вам уже показывала. Отвертки с такими битами разными. И сверла. Ребята, пока я сейчас монтировала, сидела этот влог, у меня дети уснули и Санька вместе с ними. Поэтому я сейчас заканчиваю этот влог. Надеюсь, вам этот видео понравится. Ставьте лайки, комментируйте. Кто еще не подписан, подписывайтесь. И переходите на наш инстаграм. Там мы тоже выкладываем видео и фотографии. И давайте до новых встреч. Всем пока-пока.